Skywind сделала значительный шаг вперед с момента нашего последнего видеоотчета, опубликованного год назад. Из огромного количества контента, который с тех пор был добавлен в игру, мы не можем показать все то, что было сделано, однако хотели бы предоставить вам отчет о проделанной работе касательно того или иного аспекта игры. Мы надеемся, что с необходимой поддержкой от сообщества мы сможем привлечь больше добровольцев, которые помогут завершить проект. Добро пожаловать на очередной эпизод создания Skywind. Поскольку большая часть моделей ландшафтов и экстерьеров завершена, отдел по концепт-артам теперь переключился на архитектуру и снаряжение, как, например, на тайлсеты подземелий, оружие или одежду. Мы ищем тех, кто не просто достиг совершенства в моделировании, но также понимает весь трудоемкий процесс, через который придется пройти нашим 3D-художникам, чтобы создать полноценную игровую модель на основе того или иного концепта. С появлением новых звукорежиссеров в нашей команде мы делаем значительные успехи в звуковом сопровождении. Наши звукорежиссеры находятся в постоянном поиске новых членов команды. Окружающая среда и различные создания делают мир Моровинда идеальной звуковой площадкой, в которую можно вдохнуть жизнь. Чтобы достичь этого, нам нужны творческие личности. Если создание звуковых эффектов не входит в круг ваших интересов, то нам также требуются люди с опытом работы в Creation Kit для добавления и применения звуковых эффектов соответствующим объектам или созданиям. В конечном счете мы хотим сделать игровой мир более реальным. За прошедший год наш отдел 3D-моделирования тесно сотрудничал с командой по созданию ландшафтов с целью переосмыслить мир Моровинда. За этот период был создан широкий спектр новых моделей, начиная от каменных пустошей Западного Нагорья и заканчивая потоками лавы Малагамура. Также были созданы интерьеры Двимеров и Хлаалу, оставив прочие детали и мелкие предметы беспорядка нашим левел-дизайнерам. Нам много чего предстоит еще сделать, как сложного, так и простого, и вследствие этого мы ищем художников для создания текстур и архитектуры, а также для одежды, оружия и брони в перспективе. Более подробный отчет о дальнейшей деятельности будет предоставлен тем, кто выскажет желание помочь. We are happy here, but the town would prosper if there were more women. Most men here are single and need wives. С момента последнего обновления озвучивание тоже не стояло на месте. Благодаря более организованному процессу записи и неустанной работе наших актеров, сейчас мы имеем полностью озвученных персонажей.
respect all members of the Imperial Legion. Актер в среднем записывает более 200 строк текста, что делает персонажей в игре по-настоящему живыми. А наши речевые процессоры наделяют их подходящими лицевыми эмоциями, которые соответствуют диалогам. Принимая во внимание вышеперечисленное, мы закончили все этапы первой стадии озвучивания практически для всех рас и готовимся к следующей. Если у вас хорошие голосовые данные, то это наиболее подходящий момент, чтобы посетить наш форум и продемонстрировать ваш талант озвучивания нашей команде. Теперь, когда большая часть новых моделей окружения готова, создание ландшафта в полном разгаре. Над всеми зонами уже ведется работа, либо создаются концепты. Благодаря большому количеству новых моделей, у нас есть возможность создать достойное визуальное воплощение всего района целиком. Мы призываем опытных дизайнеров, готовых посвятить время проекту, потрудиться над разными уголками Моровинда. Некоторые участки почти готовы, но работа еще далека от завершения. Для тех, у кого нет времени либо уверенности в работе над экстерьерами, готовится несколько наборов моделей для интерьеров подземелий. Нужно лишь обладать достаточными навыками работы в Creation Kit. Приглашаем опытных левел-дизайнеров увековечить свое творчество в мире Morrowind. Мы бы хотели напомнить всем поклонникам проекта, что Skyven создавали и создают те, кто готов отдать ему свое драгоценное время. В команде постоянно сменяются разработчики с различным уровнем навыков, поэтому игра будет закончена только тогда, когда к нам присоединится больше людей, и мы сделаем все намеченное. Именно по этой причине наша команда завела специальную страницу, на которой есть вся информация, необходимая для подачи заявки. В каждом отделе есть руководители, которые помогут вам освоиться, а также конференции в Skype для эффективной работы. Есть еще множество больших и малых задач, требующих внимания, и мы будем рады всем, кто не боится трудностей. С самого своего зарождения Skyven постоянно развивается. С каждым годом по мере роста числа и одаренности участников он становится все более и более масштабным. Таким образом, качество игры невероятно возросло со времен скромной конверсии, но больший масштаб требует и большего времени. Мы достигли существенных успехов в воплощении этой мечты, но мы не можем назвать сроки релиза. Мы знаем, что с поддержкой сообщества и помощью новых участников мы сделаем то, что наметили – воссоздать Моровинд в красивом и удивительно новом облике. Принимая во внимание существенный прогресс за последний год, мы с нетерпением ждем того, что принесет следующий. Каждому из нас предстоит сыграть свою роль в создании Skyven. Надеемся, что вам было интересно взглянуть на разработку проекта изнутри. И разумеется, не забывайте подписываться на паблик TS Renewal ВКонтакте. Там вы найдете самые свежие новости по проектам команды. Текст перевели Шон Хайт и Мандей, озвучил Кальян. Особая благодарность Демоноидру за помощь в подготовке этого видео.